Вопросы подготовки к проведению весенних полевых работ обсудили депутаты законодательного собрания в ходе выездного заседания Комитета по аграрной политике и природопользованию. Оно состоялось на базе ЗАО «Калининская». В разговоре приняли участие представители Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также регионального филиала Россельхозбанка и сами, конечно же, аграрии. Работу парламентарии начали с посещения производственных объектов ЗАО «Калининская». Это одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Тверской области по производству молока. Здесь же, рядом с фермами, в цехах идет переработка и выпуск высококачественной продукции. Руководитель предприятия Александр Ватков рассказал парламентариям, что вся подготовка к весеннему сезону проведена в штатном режиме. Через несколько дней начнутся работы по подготовке почвы. Мы полностью готовы. Семена готовы, техника, удобрения, средства защиты. Ну, хочу сказать, механизаторы, главное, хороший настрой. Ну и проведем весеннеполевые работы с хорошим качеством и в оптимальные сроки. О том, как идет подготовка к весенним полевым работам в целом по региону, шла речь в ходе расширенного заседания Постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию областного парламента. Обращаясь к участникам заседания, председатель законодательного собрания Сергей Голубев отметил, что в настоящее время сельскохозяйственная отрасль нуждается в особом внимании. Как подчеркнул руководитель регионального филиала Россельхозбанка Андрей Ефимцев, впервые за 6 лет действия программы льготного кредитования банк готов обеспечить потребности сельхозпроизводителей на 100%. Я считаю, что в части финансирования и государственной поддержки наших сельхозтоваропроизводителей еще есть резервы и возможности в сторону увеличения. Посевной кампании готовится не в последнюю неделю, а готовится на протяжении всего года. И вот и по большинству позиций уже многие вопросы были решены. По данным Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области, посевные площади сельхозкультур во всех категориях в этом году будут увеличены. Отмечается хорошее состояние озимых зерновых культур. Сельхозтехника готова более чем на 80%.